छोड़ झाड़ गए अपने सलीम की गली। Короче, думала насчет того, что вот почему они все время все сигналят. И я понимаю, что они, во-первых, сигналят не только потому, чтобы им дорогу освободили. Но похоже, нет, у них похоже это вообще форма общения. То есть они, если что-то красивое увидели, сигналят. Если там что-то это... Но как они в этом ходят, вы понимаете, что они ж... Ага. Так. О, вот тоже прикольный, кстати, отель. Так. Я так думаю. Аккуратно, мотоцикл. Еще сигналил, свернул вообще. Блин, надо было салфеточки взять. Вот это я не подумала. Мальхотра ресторан. Велорикша. Что, ты хочешь на ней проехаться? Нет. Девушки, а что вы парите? Давайте маленькую водичку с собой. Да, с собой надо взять. Давай ты тут будешь, наверное. Вон он достает холодную. А маленький, маленький. Слушай, может ты сейчас спросишь салфетки, если у них есть? А вот, кстати, вот эти вот сладости, пряности, как это называется? А как вот мы еще одну, а сейчас я буду. Блин, я веер забыла в отеле. Что? Пойдем сюда. Давайте, может быть, пойдем покушать. Лаунж-ресторан? Ну... Давайте, да, посмотрим. А нам вверх надо? Или вниз? Open, please, open, да. Так, давайте, вы идите, а я за вами, потому что я снимаю. Что? Покушать. Да, пойдем, ладно. Объясни, пожалуйста, что ли не надо. Ты... Бассейн? Это... По-моему, это не бассейн. Да, что-то вообще нет. Пойдем, мы хотим. Ладно, мы здесь не покушаем. Жаль, ничего. Здесь как-то это больше на дискотеку похоже. Да. Фу. Так. Где сами индусы? Сами индусы вот везде, где видят, там и едят. Я даже не представляю, как я потом буду монтировать все эти видео. Потому что тут... Так, ну это... Я не знаю, что это улица. Нет, я не знаю. Базаров или это просто улица? Это трэш. Это трэш, да. Да,
вот ганга. Вот это вот не вот эти вкусные штучки? Нет. Хорошо. Это вот это мейн базар? Я не знаю, наверное, только китайский какой-нибудь. Аккуратно. Кстати. Азуми. Очень хорошо. Вон и юбочка, по-моему. Зонтики мне нравятся. Зонтики прикольные, да. Пойдемте покушаем сначала, а потом уже будем. Азуми, смотри, какая сумка классная. Ага. Вообще вот прям. Красивая какая. А канарики, да. Такие, смотрите. Да. Это что-то невероятное. А еще просто еще вовнутрь. Подождите. Первые дни вообще. Вот, крутой. А там внутри вообще, посмотри, сколько всего. Ну да. А это дурга, по-моему. А там какие-то девочки. Первые дни. Вот первые. Покушать вдвоем. А почему мы там вдвоем? Первые дня три. Смотрите. Первые дня три. Лучше вообще ничего не покупать. Просто походить, посмотреть. Это-то... Good food. Да, тут очень много. Ну то это как вот. Ой, тут очень много всего. Если честно, я за этими би-би-би-би вообще не слышу, что ты говоришь. Потому что это что-то нереальное. Столько биби я в жизни не слышала. Что-то здесь этот самый. Что-то делают, да? Да, можно. Да. А вот типа вечерние платья. Так смешно на это смотреть. Ну да. Есть немного. Капец. Ой, какие классные! Обалденные! Вот реально прикольные. О, манекенека. В общем, короче, это жесть. Бесконечные биби, жара, толпы постоянно куда-то идущих. Что нам сюда надо? Вот тут столовка. Ну там, знаешь, как ты в рот не переположишь? Остро? Пипец острое. Ну, можем попробовать, пожалуйста, засунуть что-нибудь. А если попросить без специй? А, да хрен тебе без специй. Но да, общая, мало специй. А, ну ты можешь спросить, но оно все равно будет перечёрное. Так, а где нам кушать? Нам надо было в нашем ресторане тогда в отеле покушать. Ну, пойдем покушаем. А то здесь только что хули. А? Можем заказать талии. Талии это что? Если у них есть, я не знаю, вижу их там. Ну, я думаю, нормально отлично.
Фиш вон есть. Фиш — это рыба. Да, ачари, мутон, не знаю. Чикен, чикен, чикен. Бриани, это что-то с рисом, вон, смотри, показано. Скулс, роуз, а у них так, есть, они еще делают такие пельмешки.